стратегию компании на 2022 год я разложил по пирамиде ясности. Миссия, цели, проекты и задачи. Задач много, поэтому мне нужна помощь. Меня зовут Иван Репин, у меня диджитал-агентство, и мы делаем дизайн, веб-разработку и современные IT-решения для бизнеса. Еще я люблю рассказывать на YouTube про системный подход в работе и творчестве. Основная цель компании на этот год – войти в топ-100 диджитал-агентств. Это наша путеводная звезда. Дальше я разложил это на цели для команд. Например, собрать Dream Team. Внутри список вакансий, прогресс. И ежемесячно мне будет приходить уведомление написать отчет. Вот как это выглядит. Результаты спринта, какие есть трудности и какие планы на следующий спринт. Такой digital tracker получается. Дальше по целям. Удвоить выручку, нанести порядок в финучете, потому что я сейчас считаю прибыль по кэшфлоу. Приход минус расход. А надо считать по выполненным обязательствам, а то так и кассовый разрыв можно словить. Для этого надо настроить отчет о прибылях и убытках. Потом у нас цель запустить 50 проектов, прокачать 20 бизнесов в акселераторе, выпустить NFT-коллекцию. У нас уже есть тестовая партия, разбираюсь сейчас, как грамотно все это сделать. Если коротко, сгенерировать 10 тысяч уникальных изображений, сгенерировать 10 тысяч метаданных к каждому изображению, загрузить 10 тысяч изображений вместе с метаданными в децентрализованное хранилище, создать смарт-контракт для NFT-токенов, загрузить созданный смарт-контракт в основную сеть Ethereum, создать сайт, который будет взаимодействовать с нашим смарт-контрактом с помощью Web3, где, собственно, пользователи и смогут менять свои эфиры на наши NFT-токены. Чики-брики, готово. Еще остались цели по отделу контроля качества, по соцсетям и управлению компанией. И все цели я расписал на гипотезы и собрал в отдельный проект, чтобы было понятно, как идет прогресс в рамках списка тактических задач. К чему я это все? Как видишь, работы реально очень много, и мне нужна помощь. Если ты крутой профессионал, приходи к нам работать. У нас большие планы на будущее в реальном мире и в метавселенной. Список актуальных вакансий на сайте агентства. Ссылка в описании. Посмотри сам, поделись с другом. А в первую очередь я ищу, конечно, мощного ассистента, который поможет закрыть разные интересные задачи разными компетенциями. И в конце поделюсь полезной фишкой, как я теперь веду воронку найма тут же в Asana. В платной версии есть возможность делать формы с кастомными полями. Указываешь ссылку на форму, и каждый ответ создает новую карточку, в которой есть уже все данные. Раньше я это делал ручками, переносил из Google формы, а теперь все само прилетает в воронку. Красота! Красота! Boom.